все добрые молодцы и красные девицы, а здесь мы Иван Царевич, и сегодня расскажу вам про вечный календарь, мою новую книгу малинового цвета «Все в малине». Это вечный календарь на основе крестьянского народного календаря «Месяцы слова», который также называется сельскохозяйственный календарь, земледельческий календарь. Но аз хочу отметить, что это также и духовный календарь, и душевный календарь, потому что в нем затрагивается все, все части нашей жизни. Тело, душа и дух. Медное царство, серебряное, золотое. 11 сентября. Иван Постник. Также он называется Постный день. Политовщик. Репный праздник. Иван Сухой. Иван Осенний Торжок. Иван – это означает «Ива наша». Ива – это дерево бога рода, праздник рода. С постного Ивана не выходит муж без кафтана. Иван постный пришел, лето красное увел. Иван постный – осени отец крестный. Народная традиция в этот день – уборка репы, сбор лечебных кореньев. Ничего в этот день не режут ножом, не едят круглых и красных плодов. И не веселяться. Что пост, надо тихонечко день провести. Постель. Окончание мужского и начало бабьего лета. Иван Политовщик гонит птицу на юг. Наблюдение о птицах. В этот день установлен строгий однодневный пост. На Ивана Постного в некоторых местах было принято устраивать репный праздник. Он отмечался довольно скромно, без песен, но зато с обильной едой и угощением для нищих, бедных и странников. Приметы. Если прогремел гром в этот день, осень будет теплой и долгой. Если скворцы еще не улетели на юг, осень будет малодождливой. Если на Ивану Купалу собирают преимущественно травы, то и на Ивана Постного коренья. Добрые молодцы и красные девицы, приглашаю нас всех вместе возрождать древнекрестьянский календарь месяца слов и снова вписываться в природные ритмы. Ура!